же я соскучилась. Ты не поверишь, за эти 2 месяца я будто прозрела. Я люблю тебя. Я встретил другую женщину. Что? Мама! Мам! Успокойся. Неужели ты думаешь, что ему могут присудить детей? Тебе адвокат звонил? Нет. Я выиграл, у нас совместная опека. Нет! Переспи с кем-нибудь. Я пыталась. Он бабник, женатый, и к тому же мой сослуживец. Меня до сих пор тошнит. Я что-то сделал не так прошлой ночью. Не мой день. Внимание сотрудников. Отец был прав. Если никого нет, значит неудачница. Слушай, как мужики плачут. Нет, это я. Просто почудилась. Нет. По-моему, у меня вырос член. Да ты что? Боже, какая мерзость. Я не знаю, что со мной творится. Какого черта? Отвали от меня! Я не могу. Надо пойти к доктору Мессену. Кто вам позволил врываться в кабинет? Я должна вам кое-что показать. Женский мозг и мужской член. Представь, каких дел можно натворить. Будьте добры, принесите кофе. Вот зачем я вас вызвал. Мне думается, вы станете отличной командой. Ну... Что вы? Нет, совсем нет. Ни в коем случае. Все отлично, просто замечательно, поверьте. Правда? Но вы явно встревожены. Отнюдь. Нет, отнюдь. Да все женщины мечтают об этом. И я? Я не мечтаю. Мне противно. Как его вытащить? Помогите. Его нельзя вытащить. Успокойтесь. Мадам Кере, у вас в детстве был плюшевый мишка? Месье Пин-Пин. Ну вот, назовите его Месье Пин-Пин. Яички Месье Пин-Пина тверденькие. Надо выпустить. Нет. Мне страшно. Зажмите Пин-Пина в кулаке и вперед. Представьте образ, который вас возбуждает. Где-нибудь в шале. Да. У камина. Да. Перед вами на медвежьей шкуре красавец-мужчина. Да. Он стонет. Ну что? Ничего. Ничего? Это отвратительно. Ладно. А если прекрасная женщина? А что она делает? Да кто ее знает? На голове стоит. Сами решайте. Жанна, ты что? Она же увидит. А зачем они носят такие штанишки? Кончай. Тебя надо трахнуть. Мне очень жаль. Сама не знаю, что на меня нашло. Алло, не зацикливайтесь на самом акте, вам ясно? Мне ясно, а Пин-Пину нет. Вспомните шале, огонь в камине, медвежью шкуру, ботфорты. Дорогая, это совсем не то, что ты подумала. Я приехал за детьми. Не волнуйся, они сейчас выйдут. Сейчас. Дети? Ты что, охрип? Смотрите, если вас в 3 не будет. Мамочка! Мои дорогие, твоя мама красивая, как принцесса. У мужчин стальные мышцы, но они не делают нас сильнее. А женщины за все в ответе. Вы влюблены? Это же здорово! В мужчину или в женщину? В мужчину, черт возьми! Скажите ей, что он любит ее. Он все поймет. Ну да. Слышишь? Разумеется. Хотя я не знаю, как бы я поступил на его месте. Иду.